Третий сезон, 40-я серия. Ван же опоздал на физкультуры. Если вы не понимаете меня, я 7-й класс уже начал. Так, ребята, вы уже 7-й класс, и вы должны им за первую прихожу одеться. Ну, это Около минута 42 секунды спустя. Вы чё не переодеваетесь? О, спасибо, что ты напомнил мне. Так, Лефайдер, ты должен переодеваться. Хорошо. Денис, мы уже переоделись. Это займало 3 минуты 52 секунды. Эмма, зачем ты нам показываешь сопли? Эмма, почему ты соплёк такой? Эмма, вот 18 июля 2018 года кое-что произошло, у меня что-то не забыл сморкаться после бассейна. Это финский залив называется, надо смочно сморкаться. Ты что такое не помнишь? Придется сморкаться тебе целых 1542 раза. У меня есть счетчик, сколько ты разов соплистал. Сопляка. Сопляка изображал. Как ты? Да что ли, Джимми Нейтрон все это сделал? Конечно, Джимми Нейтрон. Он не хочет много соплей, потому что вдруг ты из-за... Вдруг ты даже испортишь его работы. И, кстати, я начинаю побеждать. Денис, такой длинный паркур, я не могу его решить. Сейчас я пойду. Давай, победи. Ура! Награда! Следующее задание. Пройдите 500. Ты сказал «Расслязя»! На самом деле «Расслязя»? Что ты сказал? Девушка, мне чай и одну кружку, пожалуйста. Девушка, мне лакируется выйти вообще дно! А что с ней сейчас будет? Сейчас я хочу пересматривать. Пора уходить отсюда. Из-за вонючей девушки мы опоздали. Анжо, Казуи, вы почему вот так долго? А еще кто виноват здесь? Вонючая девушка. Пробежка начинается! Ура! Денис, ты крутой, я хочу с тобой общаться. Денис, тебе хватает доступного разжигателя. Жду вонючую девочку, которая сказала «Банджо». Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Застреляю! Спасибо, милашка Немо. Вау, ты уничтожил манящую девушку и вместе с одним Владом. Хорошо, что ты не из биоскоп, но чего прицелиться? Бум! Следующий урок у нас химия. 412 кабинет. Привет, мы свистолюты. Обещаю, что 7 сентября будет 8-я серия про нас. И, кстати, подпишитесь на канал Немо Фарм. Он там снимает интересные видео про лифты. И, кстати, скоро у него 10 подписчиков, кстати. А у нас скоро целых 90. У нас первое совпадение. Конечно, первое совпадение. Пойдем домой. Увидимся в пятницу. Да!
Увидимся в пятницу.